Кстати, представляю продажи отличный iPhone 3G 16 гигов в полном комплекте. Вы видите наушники, зарядка, USB, кабель и чехол. Ну и, конечно же, сам телефон, который находится в отличном состоянии. Есть пара небольших потертостей от времени, но с кем не бывает. В основном экран, как вы видите, идеальный. Есть пара царапин, очень маленьких, нужно их специально найти, чтобы увидеть. А так они совершенно не заметны, ничуть не мешает наслаждаться прекрасным дисплеем. Телефон взломан, установлена CD-in Stereos, то есть вы можете загружать как в Android программы прямо из интернета в телефон. Установлено мало программ, так как я в большинстве услышал музыку с него. К сожалению, iTunes не могу вам показать, так как тут не записано ни одной песни, так как все равно при первой же синхронизации с вашим компьютером вся эта музыка пропадет. Но нас спасает YouTube. Видите, экран работает идеально, и сенсор тоже. Камера 2 мегапикселя без вспышки, но фотографирует вполне достойно. Видите, даже лучше, чем на этом. Можно увеличивать, но это стандартно. G, конечно же, работает. SBS Settings, как в андроиде. То есть можно сразу же отключать Wi-Fi, дату, передачу данных 3G, включать Bluetooth. Вот такой вот краткий обзор телефона.